Массовая вырубка леса ради нелегального производства угля. И все это буквально под носом у чиновников, которые, собственно, должны следить за сохранностью зеленых насаждений. Такую картину застали наши корреспонденты на севере Одесской области. Давайте посмотрим. Всего 15 километров от райцентра Балта, и мы в царстве так называемых выжигалок. Так местные жители называют специальные печи для изготовления древесного угля. Метод следующий. Срубленные деревья помещают в бочки, снизу разводят огонь, древесина тлеет, превращаясь в уголь. Вот уголь наподобие вот такого вот. Дальше уголь расфасовывают по мешкам и отправляют на экспорт в Германию, Италию, Австрию. Там его охотно покупают любители шашлыков. Нас, українців, травлять цим димом, а відси вже вивозять чисте екологічне вугілля. Для Європи, да. По словам активиста Михаила Чебанюка, площадок с такими выжигалками в районе как минимум три. И все они нелегальные. Они работают печи сейчас лишь потому, что на днях информация попала в СМИ и разразился скандал. На месте мы застаем лишь охранника. А что сейчас не работаете? Лес надо завозить. А как фирма называется? Хрен его знает. Но это еще не все. По соседству раскинулись дубравы балтского лесничества, государственные угодья. И вот, как утверждает наш сопровождающий, именно они являются сырьевой базой для изготовления угля. Деревья варварски уничтожают. Активист показывает масштабы. На месте как раз и работники хозяйства. Свою причастность к выжигалкам отрицают, говорят, рубят лес на законных основаниях. Боже спаси, туда ничего не возят. От нас ни грамма. Что они, как у них там, мы ничего не в курсе. Совершенно. То есть мы к ним никакого отношения не имеем. Но общественник настаивает, лескос находится в доле с угольщиками. А кроме того, весь этот подпольный бизнес якобы крышуют правоохранители. В первую очередь местная полиция. И так уже более 10 лет. Це все переховується, тому що ці підприємства ні один не має дозвільних документів, наноситься екології величезні збитки, але правоохоронні органи цього чомусь не бачать. За коментарями мы идем в полицию Балты. Нас попросили подождать, пока приедет начальник, но в указанное время он не явился. Тем временем свою проверку уже проводит экологическая инспекция. Хозяйка выжигалок, по данным ведомства, некая предпринимательница из Николаева. Инспекторы ждут от нее документов, в том числе о происхождении сжигаемой древесины. Кроме того, не все в порядке с бумагами и у лесничества. Щодо законності проведення рубки, перевірка продовжується, так як у матеріалах лісовпорядкування виявлені деякі матеріали, які підкоригували. Результати перевірки чекають уже післязавтра. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, подробиці, телеканал Інтер, Одеська область.